Дорогие друзья, в прошлом году в нашем Атнасе, в нашем центре, открылась художественная студия. Эту художественную студию организовала Маша Потапенко. Самое главное, что я хотела сказать, что творчеством можно заниматься в любом возрасте. И у нас был наш самый-самый любимый, у меня был любимчик в классе, ему было 80 лет, к сожалению, он уехал в Москву отдыхать. Это было потрясающе. Так что не бойтесь учиться, можно рисовать. Я получила массу удовольствия от курса. Я получила заряд энергии, я получила заряд творчества, я получила заряд такой поддержки на нашем курсе, потому что все на курсе, на нашем курсе это репатрианты. Никогда не рисовала. Теперь я поняла, что это интересно. То есть я теперь начала следующую картину. Это такой приятный процесс. Смешивать краски, рисовать, смотреть. Ну, натюрморт это не мое, а природу я люблю, я турист. Не, ну рисовать, как бы сказали год назад, что я буду рисовать, я бы сама не поверила. Год прошел, новые ученики, люди, которые никогда не рисовали, теперь дошли до такой замечательной выставки. Вы довольны результатом? Я вообще не думала, что такое получится, такие потрясающие работы. И в нашем студии есть люди, которые никогда не рисовали. И вообще живописи заниматься искусством безумно полезно. И не просто полезно, а и это раскрывает какие-то творческие способности. И вообще творчество – это счастье. А когда занимаешься тем, что тебе приносит радость, могут пройти болезни и хорошее настроение, и приходит какая-то энергия. И вообще мы начинали этот кружок, мы думали, что у нас будет много пожилых людей. Но мы увидели, как у нас интерес есть не только у пожилых людей, но и у людей среднего возраста. И то, что получается, это просто поражает. Результаты, они удивительные просто. Я надеюсь, что мы будем продолжать. Спасибо Матнасу Филипп Леон, что он нам дал возможность открыть такую замечательную студию. И эта студия будет жить дальше. Я надеюсь, что мы будем дальше жить и развиваться, и у нас появится много новых учеников. И спасибо Светлане. Сегодняшний курс новый, который открывается, как вам удалось это организовать? Во-первых, мы уже без этого жить не можем. Мы начали курс изучения Иерусалима почти 20 лет тому назад, когда только-только люди начали приезжать. И мы поняли, что они влюблены в этот город и хотят знать о нем как можно больше. Создание художественной студии на базе нашего Матнаса Филипп Леон подарило нам замечательную идею, что Иерусалим – это прежде всего краски. Иерусалим – это прежде всего город, который нужно и можно рисовать. И вот этот курс, который создан, и вы совершенно правы, он требует огромных денежных вложений. Он создан именно благодаря созданию этой художественной студии. Он называется «Калейдоскоп», или я бы его назвала даже «Краски Иерусалима». Покажет нам наш город во всей его красе, и даже мы его нарисуем. Создан этот курс благодаря помощи муниципалитета, и Иерусалимского муниципалитета, управления абсорбции. Хотела бы сказать отдельное спасибо Инат бен Иуда, хотела бы сказать отдельное спасибо Сабине Шустерман. Это люди, которые очень много думают о Валим Хадашим. И, конечно, как всегда, огромное спасибо от нас всех, от Улим, Министерству абсорбции и лично Кате Туф за то, что нас поддерживают, обеспечивают нас бюджетом и, как всегда говорим, что не оскудевает рука дающего. Спасибо. Yeah.